Продолжаем выпуск. Новым национальным стандартам безопасности отвечает только 30% пешеходных зон возле школ в Новосибирской области. На обустройство переходов в этом году выделили почти 125 миллионов. При этом полностью соответствуют ГОСТам все учебные заведения только в одном районе – Чулымском. В аутсайдерах – Берск, Коченево и Чистоозерное. В погоне за экономией подрядчики используют непригодные тип пленки, неверно рассчитывают уровень коррозии металла. По нормативам возле школ и детских садов должны быть лежачие полицейские, зебры из термопластика, а вдоль дорог установлены мигающие светофоры формата Т7. Предлагаю в случае выделения каких-либо дополнительных денег в дорожный фонд Новосибирской области и распределения по муниципальным образованиям, то есть те районы, у которых не обустроены пешеходные переходы, данные дополнительные средства не направлять, а распределять, как говорит Сергей Викторович, на примере Чулымского района.